Вот, это бочка. Ногой ее. Это еще одна. Вот, есть разные звуки, наборы. Кит, то есть другой какой-то. Вот, снэр другой. Еще. По-другому немного звучит. Реагирует очень прям легко на касание. Здесь можно этот как его, хронометр включить. Вот, есть какие-то демо встроенные. Ну и звук тут потише, погромче. Ну вот, и сзади, ну, вот у него тут, в принципе, питание. Можно наушники подсоединить. Это AUX, а это педали. Ну, здесь включается и выключается.